Супер Хайлик здесь. И давайте зайдем на Repru. Сегодня я никого не трогал, зашел на Repru. Там выложили клип «Хлеб Камерун». И подпись. Русские Lonely Island смеются над свеггерами и рассуждают о пользе секс-туризма. Достойное продолжение клипа «Чай, сахар». Сразу говорю, хлеб классно делают, мне нравится, Lonely Island и все такое. Но, черт побери, мы русские Lonely Island, сколько мы уже делаем, сколько треков. И Repru продолжает нас почему-то, я не понимаю, почему, упорно игнорировать и не выкладывает наши видео. Я еще подумал, может в комментах, ну, хоть кто-то нас хоть там упомянет. И действительно, я нашел, вот, лучше бы на Repru попал клип «Всего лишь два парня, я не люблю». Вот всего лишь два парня, настоящий русский Lonely Island, цените народ. Ну и тут там кто-то говорит согласен, кто-то говорит не согласен. Ну и, в общем, это не важно. В общем, нам нужно на Repru. В общем, я вас сейчас попрошу об одной такой услуге. Пожалуйста, сделайте, кто может, буду очень благодарен. В описании я составил письмо для Repru на e-mail, который надо отправить, и в Twitter. Просто, если у вас есть Twitter, в Твиттере им запостите, то просто скопируйте то сообщение, которое я в описании оставил. Или напишите им почту, ну, чтобы они уже хотя бы увидели и аргументировали, чем вот такой аналог Lonely Island лучше нашего аналога Lonely Island. Ну и почему они нас так игнорируют очень долго, блин. Вот, спасибо за внимание.